Всем привет! Сегодня мы играем в Blair. Что-то по типу пазмофобии. Я уже выбрал распятие. Начинаю. Выбрать карту. Так, дом у дороги. Medium Star. Есть еще одна подобная игра, Spectre. Но у меня запись с прошлого года. Поэтому либо в этом видео я вставлю пару нарезок оттуда и сделаю отдельное видео, либо просто вставлю сперва старую, потому что запись год назад была, и вот эту новую запись. Как получится. Так, берем фонарик, потом МП и термометр. Первая наша задача — найти место, где обитает призрак. Не в этой комнате. Не в туалете. О! Нашли. Так, МП-2. Часовая температура. Минусовой температуры не наблюдается. Значит, надо еще принести блокнот, камеру и спиритбокс. Так, ага. Раз. Два. А что у нас по заданиям? Через соль и... А, и знать пидор, понятно. Это будет весело. Так. МП-3. Опа, она уже написала блокнот. Так. Она видит где-то здесь камеру. Мало объектов. Там можно по-нормальному поставить камеру. Я не туда смог. И вот так. Что еще не 5. Так, сразу запись. Ноте. Так. И нету четки пера и коробка. Раз, два. Я камеру не хочу. Нет. Мы вчера с друзьями играли, несколько раз проходили. Вот ни разу не было отпечатков пальцев. Это весь геймплей. Интересно, сейчас отпечатков пальцев тоже нет. Так, ПМП. Сразу перед камерой. Так, температуру. Ну, минус нету. Так, теперь надо. МП-5. Так, МП-5. Сейчас надо быстренько сбегать за распятием, потому что есть вариант, что он может начать охоту. Это будет очень плохо. Так, рассудок у меня нормальный. Призрачный огонек. Есть. На запись есть. Все хорошо, так, призрачные сферы. А, это тень. Дальше, в принципе, остальное бессмысленно, это можно зачерпнуть. Так, ага. Соль. Это за место вот этой. И я возьму это. И пойдем брать у него что-нибудь.
Блин, как-то, если честно, обидно то, что не пришлось использовать рацию. Это я так хожу нафиг? Он обитает в этой комнате. То есть, по идее, он будет выходить на меня отсюда. Так, положить надо где-то в проходе. Пережидать. Хотя надо было бы позадавать ему пару вопросиков, чтобы он разозлился. Хотя он не ответит. Улики уже есть. Кстати, надо улики было сфоткать. Так, это и все. Что можно было взять за жингол? Но я в лучшем случае еще сфоткать призраком. Так, надо перенести квест немного вперед. И пока что почитать про призрака. Так. Оттенки. Издевайтесь. Все, теперь эта камера нафиг нам не нужна. Тени довольно застенчивы, и они не любят внимания. На самом деле, они будут казаться почти полностью несуществуемыми. Несуществующими. Если вокруг много людей. Понятно. Но я тут один единственный. Так что давай, выходи. Ахац, бич. Ой, блин! Ахатся, блич! Семки, Ахатся, блич! Короче, ладно. Призрака мы знаем, поэтому забирай квест себе. Детализация в этой игре, конечно, получше, чем в спектре. Но багов тоже полно. По квест распятие взять. Знаешь почему? Ага. Просто этот квест изгоняет призрака. Не навсегда, а вот на некоторое время, да. С того момента, пока он не сломает крест. Mm-hmm. Полностью. Такое можно делать только два раза. А хотя нет. Нет. Понял. А, в этой игре не так все работает, как в фазмофобии. В фазмофобии можно поймать призрака, он сломает первую палку. Это еще ничего. А когда он ломает вторую палку, mm-hmm. все, крест распятия, считай, все. Ну нет. Так, косточка в туалете. Грязная вода еще поздно, она даже еще не набирается. На первом никого нет. И подвал, походу, тоже чист. Да, это второй этаж опять. Конечно же.
чем сложнее сложность, тем больше расстояние. Вот на Инте всегда ближе к двери. Ближе к двери. Я, кстати, испугал. Здесь. 5 МП. Температура минус. Уже две улики. Рация, я хорошо. Не знаю. На рацию поговори с ним. На первом этаже, на первом этаже, на первом этаже. Сначала буду использовать того это. И буду искать. Пока буду шары искать, я побыстрее. У нас три выбора. Думаю. Кто это? Либо Банш, либо... Сейчас. Банши, Фантом. 4 МП. Там 4 МП было. Там 5 МП. 5 МП, запомни. Он очень активный, это знак. Тогда... Нет, это походу реально Банши. А вот шарик. Так, сейчас. Шарик. Это Фантом. Бежим быстрее. Бежим. Фантом. Призрак определен. Погоди. Я сейчас зайду на сайт и посмотрю, что какой призрак делает. А подожди, мы воду нашли? А нет, еще не нашли. Ё-моё. Но я хочу... Чего не написано? В настоящий момент текст на данной странице отсутствует. Можете найти упоминание данного названия в других страницах. Все, воду нашел, можно валить отсюда. Ты уже кость нашел. Кость я тоже нашел. Получается, все. Сейчас рассудок уже упал. И при чем? Я выбрал Фантома. У меня на нон стоит. У меня было выставлено в призраках. Чего я успел поставить Фантом? В чем прикол то, что это уровень хард? Чем да, мы очень быстро справились.